Я думал, стаканчик еще не будет. Выпил три. С трех вроде нормально и допил до конца. Блять, да всем похеру, они сами знают, что у нас дружный коллектив. Антоха сидит, он загибается, а всем до этого одного. До одного места. Он тяжелый, блядь. Ну кто-нибудь в аптеку бы сгонял за ножкой. Ну давайте, пока камера включена. И всем просто хочу сказать молодец, а все, блядь. Сега! Как он пожал, блядь. Идите снимите кто-нибудь Сереги, а. Два международника встретились, блядь. Давай ты, говорит, дай международник. Давай, попробуй. Жень, кто попробует? Смотри, Андрей будет снимать. Нормально, Серега. Я тебя поддержу против них. Ты меня поддержишь. Поддержишь, конечно. Я же Ламона спальник, как я бегать по готовке. Вот это ты не держи, и лучше там. Оп. Я его как поддержу. Еще раз. Теперь я. Там же мерчики друг, блядь. Все равно пожмем, блядь, здесь там и очень. Главный лов, главный лов. Да, я вот тут вкусный, не можете захлебанул, блядь. Каменный мотор давно уже, у вас мат-перемат. Ну, вообще, извините. Пожалуйста. Они просто заебали. Антоха, мы тебя не вытащим, если что. Через балкон эвакуировать придется. Если что, мы тебя поддержим. Здесь оставим просто. Вам что вы ржете? Правда, у человека живот болит. Давайте в аптеку сходим. Ложись, а. Не хочет он туалет. Сейчас закрыто 9 часов. Ну это куда-то ехать. Зачем мы тут, там есть. Женя, ложись. Давай, сми уже, ё-моё. У кого машина есть? Ты спишь, блин. Я думаю, как ему помочь. Ложись, а. Меня два дела одновременно не могут делать. Конечно, не могут. Ваши люди. Надо ехать, что вон на этом, на центре круглосуточно. Вот, блядь, я сейчас тут вниз открою, покажу. Через дорогу, вот. Оп, побыстрее, что забуксовал-то? Оба! Оба! А чё два? Так я ещё разминаю. Ага. Последние подходы. Собрались, сходили. Ну, блядь, чё одно и то же-то, блядь, долдоните? Ну, камеру. Андрей, паузу ставьте, он тут вести забыл. Да и нахрен тебе нужны, чё тут? Я вот забываю, когда без них жму. Чё ты как мамский? Я ладно, вот Т-90 забывал, блядь. Это прям лежал, блядь. Ладно, он же первый день сегодня, да? Да, первый раз? Вообще занимается. Он вообще первый день пришел. Я вообще с улицы первый раз пришел. Слышь, сука, с тапками, блядь, не залази, а. Оп! 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 Давай, растопырил. О! О, как пустая, отлично. Но это уже две петли. Все, замесно. 50. Я думаю, ты же дальше пойдешь. А что у тебя телефон? Фонарик включился, зачем?
Ну ты его включил. Ты мне такой дал. Ты снимал, у тебя горел фонарь. Он человек, как я Ну видишь, Сереж, они же